Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Только взгляните, это туфельки Paisley. Они вернулись к нам. Это лидер продаж телеканала Шоп-н-Шоу. Хищные принты. Модный тренд уже несколько сезонов подряд. Женщины обожают хищные принты. Заявите о себе. Сегодня главное предложение дня будет сражать всех на повал. О, это мягкая, как кожа, с выделкой под рептилию. Практичная, износостойкая, трендовый акцент для осенних образов. Мне очень нравится вставка из эластичной ленты. Она обеспечивает удобную посадку точно по ноге и позволяет несколько увеличить область объема. Давайте посмотрим с вами на потрясающую мягкую стельку, которая выполнена из натуральной кожи. Посмотрите, великолепно будет брать на себя ударные нагрузки. Конечно же, эта стелька еще является анатомической, значит, это прекрасная профилактика плоскостопия. Ну и плюс мягчайшая танкетка и ваш дополнительный рост целых 5 сантиметров. Прекрасно. Да. Эти туфельки Paisley у нас представлены в нескольких цветах. Смотрите, винный, черный и светло-коричневый. Давайте винный, черный я вот прям поставлю рядышком. Да, светло-коричневый я уже просто успела обуть. Вот посмотрите, да, очень красивый, мягкий такой блеск, такой лазерный. Деликатный. Так, черный, винный и коричневый выбираю. Вот. Слушай, ну это не коричневый, это золотой коричневый. Да, золото прям переливается. Смотрите, как, золото инков, я бы даже так сказала. Очень красивый, кстати, цвет. Мне вот, наверное, из всех нравится он больше всего. Посмотрите, потрясающая коллекция. Да. Ну что ж, друзья, это цена только сегодня действующая на нашем телеканале. Скидка 62%. 1799 рублей. Но при оплате банковской картой будет действовать дополнительная 5% скидка. И стоимость уже будет 1709 рублей. Бестселлер телеканал уже выбрали для себя многие телезрители когда-то. Сегодня в преддверии осеннего сезона мы представляем вновь в рамках «Черной пятницы» с максимальной скидкой. Успейте заказать. Как выбрать размер? Так, давай подскажу. От 37 до 42 мы выбираем для себя на один размерчик больше. Значит, по факту размерная сетка с 36 по 41. Что касаемо подъема, давайте посмотрим. Вы видите, сколько свободного места внутри, да, то есть действительно безграничные здесь возможности. Мне нравится, что здесь у нас увеличенная восьмая полнота, много объемчиков для вашей, для ваших пальчиков. Ну, то есть, ты знаешь, очень удобная посадка, но на размер больше. Ну что ж, с размером мы с вами определились. Сейчас я прям вспомнила, у моей мамы есть похожая обувь, правда, без блеска, но тоже с такой перепонкой эластичной. Вот прям четко такие же. А знаешь, кстати, такие дорогие. Дорого, да. Она вообще у меня все из кожи покупает натуральные, это еще дороже. И я помню, как в прошлом году осенью я к ней приехала, говорю: мам, пойдем пройдемся, по магазинам прогуляемся. Может, зайдем куда-нибудь, покушаем. Она говорит: да, хорошо, оделась нарядно, взяла туфельки симпатичные на каблучке, уже все, практически выходим. И она такая говорит: подожди, надо переобуться. И вот достает вот похожие ботиночки такие же, да, и надевает их. Я говорю: мам, ты все время их надеваешь. Ну, надеюсь, что-нибудь другое. Она говорит: Оль, ты не понимаешь, в моем возрасте для меня самое главное удобство. А я ей говорю: мам, не только в твоем возрасте, в любом возрасте это приоритет. Ну, ты знаешь, когда мы молодые, беспечные, возможно, мы еще можем себе позволить надеть на себя, да, какую-то неудобную пару обуви, но, да, вот когда мы с вами переходим 30-летний рубеж, я бы так сказала, да, то я действительно могу рекомендовать всем обувать именно удобную обувь, анатомическую, самое главное, да, так чтобы ваша ножка внутри располагалась правильно. И вот, Олечка, ты правильно заметила, вот есть любимая пара обуви в гардеробе, все. Вне зависимости от того, какие у тебя другие пары, дорогие, роскошные, красивые, любимая будет брать приоритет всегда. Вы всегда будете ее выбирать, поэтому вот эта пара обуви, она правда будет вашей любимой. Ну, как тапочки по ощущениям, очень мягкие, безумно красивые, безупречные снаружи. Рептилия, блеск, удобство, все как мы с вами мягкость любим. И мягкость невероятная. Давайте сейчас почитаем ваши отзывы, которые вы часто оставляете на нашем телеканале. Екатерина из Самары нам пишет: спасибо, Шоп-н-Шоу. Туфли очень элегантно смотрятся. Екатерина, согласна с вами. У меня 40-й размер ноги и большая полнота. Да. Часто просто не влезаю в красивую стильную обувь, а другую носить не хочу. Вот. Это прям как про меня написано. Это вот, это написано еще про наши туфли. Стильные, да, красивые, и в то же самое время они очень удобные. А правда, очень сложно сочетать между в себе, да, в одном, так сказать,
сказать, в одной коллекции, чтобы обувь была и анатомически правильная, да, потому что коллекции разрабатываются с врачами-ортопедами. И также должны быть очень красивые и стильные. Ой, Оля, я смотрю сейчас на ножки нашей прекрасной Евгении, да, хочу также заметить по поводу вальгуса, посмотри, как аккуратно смотрится, не видно его. О чем это говорит? Что мягкий материал, из которого сделаны эти туфли. Мягчайшая эко-кожа, причем с таким эффектом лазерного напыления, с эффектом теснения под кожу рептилий, то есть тренд. Вот наша дорогая телезрительница говорит, не могу найти удобную и красивую одновременно. Это как раз та самая пара туфель. Ваше удобство за 1799 рублей, милые женщины. Вот вспомните, мы иногда смотрим телеканал Шоппинг-шоу, нам что-то нравится, но мы думаем, да нет, сейчас жара, ну какая сейчас закрытая обувь. Да нет, потом вот осенью куплю. Осенью будет дороже. Я по себе знаю, еще до работы на телеканале Шоппинг-шоу всегда покупала обувь после сезона. Ну потому что она стоила дешевле на распродаже, и не всегда можно было найти размер, цвет любимый, модель любимый. У вас сейчас есть уникальная возможность заказать самую выгодную покупку только одного дня. Скидка 62%. Вы только вдумайтесь. И такой цены уже не будет завтра. Только сегодня успеете заказать стильную, блистательную, удобную, мягчайшую обувь. Кстати, о том, что она мягкая, я прям прочувствовала ножкой. Да? Смотри, вот здесь вот ощущение как такое. Как ты говоришь, стелька-постелька. Стелька-постелька, как подушечка. У меня, кстати, есть очень удобная стелька, которую я отдельно покупала за 1000 рублей в магазине. Специально покупала ее для ненатуральной обуви, чтобы она не пахло. Когда натуральную стельку кладешь из натуральной кожи, все, сразу запаха никакого нет. А ты знаешь, я вот наверняка ты слышала, что я очень часто в эфирах говорю, что стелька один из самых главных элементов обуви. Почему? Потому что именно стелька контактирует с вашей ножкой. Давайте посмотрим на нашу потрясающую, мягчайшую. Я, кстати, могу ее сравнить с одним известным брендом. Ну, все наверняка знают бренд Рикер, да, их анатомическую обувь. Вот здесь у нас как раз-таки так, стелька из этой коллекции. И сама модель у нас также, да, очень похожа на тот самый бренд, о котором мы с вами только что рассказывали. Но цены там совершенно другие. Оля, обрати внимание, 7192 рубля. А, с ума сойти. А наша пара обуви стоит 1799. Вот, понимаете, сейчас и стельки дорого стоят, и обувь дорогая. А у нас 1799 рублей. И она подойдет сейчас для лета и для осени. Забирайте из прямого эфира.